Швейцарии хотят поощрять деньгами переезд в село. Новые жители села получат деньги в обмен на обещание прожить там не менее 10 лет. Новым жителям небольшого села Альбинин на юго-западе Швейцарии хотят предложить значительную сумму за переезд. С таким предложением выступила инициативная группа села, сообщает «Европейская правда». В последние годы количество жителей села Альбинин, которое расположено над долиной Роны на высоте 1300 метров над уровнем моря, постоянно уменьшается. Три семьи недавно покинули село, а потеря 8 учеников означала закрытие местной школы. Многие дома в селе используются только для отдыха. В селе на сегодня живут 240 жителей, в том числе двое детей младшего школьного возраста и пятеро среднего школьного возраста, которые ездят на обучение за 20 километров. Инициативная группа выступила с предложением к муниципалитету о финансовом поощрении новых жителей. Более половины жителей села поддержали предложение и теперь за него должны проголосовать 30 ноября. Семьи, которые решат приобрести или построить дом в селе, смогут получить 25 тысяч франков, 21-4 тысячи евро, на одного взрослого и 10 тысяч франков, 8500 евро, на одного ребенка. Таким образом, семья из 4 человек может получить 70 тысяч франков, 60 тысяч евро. Но для получения этих денег есть определенные условия. Новые жители должны быть моложе 45 лет и взять на себя обязательство прожить в селе не менее 10 лет. Дома, которые они покупают или строят, должны стоить как минимум 200 тысяч франков, 171 тысяча евро, и они должны быть их основным местом жительства. Как сообщалось, Швейцария начала продавать за границу чистый воздух. Ранее в Швейцарии забили канализацию банкнотами евро. По материалам сайта newsgro.com.